Вітаю в ефірі на каналі. ТВ 5 програма. День тема. Сьогодні ми підбуваємо підсумки змагального сезону. У нас у гостях Олексій Гацуля, директор Запорізької школи вищої спортивної майстерності. Вітаю. Здравствуйте. Пане Олексій, почнемо з тих, про кого говорить уся Україна. Це наші пляжні волейболістки. Дівчата дві нагороди з чемпіонатів світу привезли бронзу та золото. Спостерігали за змаганнями особисто? Звісно, дуже болели за наших всі ігри. Дуже дівчинків, коли потрапили в фінал до 18 лет і завоювали бронзу. Ну, Потім вони реабілітували себе, И завоевали золотые медаль и ну кто наблюдал за этими играми каждая игра это была на грани угу. э, гол в гол, поэтому заставили поднервничать, но зато дали такой позитивный адреналин, нам такие переживания очень рады. За и это же так в в Украине они такие. Э, да, чемпионы мира это первые вообще в Украине пара, которые стали чемпионами мира вообще в каком-то возрасте. Угу. Ну, не говоря о том, если еще вспомнить, что они были в начале года бронзовыми призерами чемпионата Европы, поэтому и пятые до 20 лет, ну, угу. поэтому девочки действительно произвели такой фурор и в мире пляжного волейбола, и вообще в спорте, и в спорте ШВСМ нашей, и в запорожской области, ну, действительно, девочки звезды, которые... именно доказали своїм трудом і своєю вот такой самоотдачей, що у нас є чемпіони міра. Чи вони можуть стати одними з претенденток на Олімпійські ігри, які вже бувідбудуться в 2023 році? Они являются претендентками. Ми їх рассматриваем для участия для подготовки и участия в отборе на Олимпийские игры. В пляжном волейболе очень жесткий отбор на Олимпийские игры. Туда действительно попадают команды элиты, лучшие. У них там несколько этапов попадания в элиту сначала. Mm -hmm. А потом уже после того, как попали в элиту, идет отбор на Олимпийские игры. Поэтому наша задача, чтобы девочки продолжали в таком же темпе. І ті к своєї цілі і постаралися попасть, отобраться на Олімпійські ігри. Табують вообще мега тогда победа. Почему? Тому що пляжному ліболі не було. Цьогоріч важко атлети також таки зробили фурор. Після року перерв декількох років перерви. Вони завоювали там дуже багато золотих медалей на, на чемпіонаті Європи. На чемпіонаті Європи наш спортсмен, спортсмен ШВСМ Вороновський, Был бронзовым призером чемпионата Европы Ганзенская и Маневская в своих возрастных категориях были победителями. Это, ну, это спортсмены СД uh -huh. Шор Жабатинского. Они участвуют как бы, в подготовке вместе со спортсменами ШВСМ. Но ну, тоже порадовали нас. Это, будем так говорить, следующее поколение, которое войдет, наверное, в Запорожскую областную ШВСМ когда придет их время. Очень радует первое, что в тяжелой атлетике стабильно есть высокий mm -hmm. результат в Запорожской области. Есть команда тренеров, которые готовят от начальной стадии до, будем так говорить, высшей ступени. И невзирая на все перипетии и сложности, которые происходят в тяжелой атлетике периодически, они, вот наши именно запорожские спортсмены, доказывают, что они достойны памяти легендарного Жаботинского и прославляют нашу область нашу страну. И действительно, команда очень слажена у них. Вот пример для подражания для остальных видов спорта. Цей рік став стал Олимпийским, тож мы не можем про це не говорити. Наскільки він вдалом выдався для Запорізької области? Вы знаете, Олимпийский год это, наверное, самый важный год в спортивных организациях, вообще в спорте. Почему? Потому что, во-первых, Подведение итогов, что ж мы делали uh -huh. и как готовились. Почему? Потому что спорт это все-таки цикличная такая система. И, и тот, кто начал правильно в начале, тот хорошо закончит в финале. А э, тот, кто ну, там, не был готов не планировал уже тогда, 4 года назад, поэтому это надо заранее планировать, думать, готовиться. И когда... Приходят Олимпийские игры, и туда попадают люди, это уже победа. Mm -hmm. И я очень горд за наших спортсменов, за наши виды спорта, которые попали на Олимпийские игры. Это 8 спортсменов Запорожской области. Горд за нашу ШВСМ, что из них семеро – это ШВСМовцы. Поэтому, конечно, мы очень переживали, потому что отбор был очень жесткий, очень смятый, сжатый. Было много проблем, мы все помним. И отмена Олимпийских угу. игр, и отмена лицензионных турниров. Очень жаль, что многие спортсмены, которые были достойны, не попали из-за этих всех перипетий, а не из-за того, что они были не готовы. Это можно вспомнить и Диму Заматаева, которого просто отменили лицензионные угу. турниры, и все, по рейтингу не попал. Наши восемь спортсменов принимали участие. Очень радует, что все полностью максимально приложили усилия и выступали ну, на свой максимум. И все улучшили свои показатели личные. Да, не все были с медалями, но все боролись. И мы видели, все отдавались и старались победить. Что до вашей школы безпосередньо, она изменяется просто на очах. Расскажите про реконструкцию, как долго она будет тривать, відомо? Мы очень ждем все спортсмены, все отделения. Это 14 отделений ШВСМ, в которой 120 учащихся высшего спортивного мастерства, члены сборной команды Украины. Мы все ждем с нетерпением открытия школы. Почему? Потому что этот спортивный комплекс, он базовый для всех приоритетных видов спорта олимпийских в Запорожской области. И здесь не только подготовка наших олимпийцев, но здесь и тот резерв, который mm -hmm. готовится. Здесь же... И тот центр, где собираются там, для контрольных встреч, для спаррингов, для а, планирования э, и создания ну, новых каких-то направлений. Поэтому все ждут. Это не только спортсмены ШВСМ ждут. Это ждется Запорожская область э, реконструкции. Руководство области держит на контроле mm -hmm. эту реконструкцию и очень внимательно относится и контролирует это. По последней информации от руководства области это будет март 2022 года. Uh -huh. Реконструкция идет большими темпами, работы проводятся, мы там все время находимся, пытаемся внести коррективы, как нам бы лучше было бы что-то сделать. Конечно, есть определенные нормы, которые не позволяют нам наши хотелки. Ну, надеюсь, что... Все произойдет, как обещают нам. И в марте месяце спортсмены зайдут в эту школу. Тем более, что 31 мая 55 лет нашей школе, этому зданию. Я надеюсь, что мы 55 лет будем уже встречать в, зал, в новых залах, проводить соревнования. И все там будем рады нашим победам. Щодо нового наступного 2022 року, це вже буде ліцензійний турнір, адже в 2023 вже будуть Олімпійські ігри. У е, кожному виді спорту своя система відбору на Олімпійські ігри. Е, є види спорту, в яких вже почалися турніри, які приносять Олімпійські очки. Е, є види спорту, де будуть ліцензійні турніри, е, є види спорту, де взагалі набирається общий рейтинг. мировой от всех твоих выступлений, где бы ты ни был, где-то ты был 12-м, где-то 5-м, где-то 1-м, определяется общий рейтинг. Поэтому ну, тут в каждом виде спорта свои нюансы, но со следующего года это уже начинается... Уже началась, даже вот, например, в дзюдо проходят международные турниры, в тэквондо уже начал набираться олимпийский рейтинг. И меня радует, что просто в каждом из видов спорта, которых у нас 14, есть люди, которые планируют и готовятся участвовать в этом отборе. Поэтому будем болеть за них. И на устанок у вас есть возможность приветствовать всех ваших спортсменов, коллег с наступающими святами. Я хочу поздравить всю нашу спортивную, большую, многогранную семью Запорожской области с наступающим Новым годом. Пожелать сбытия мечт, пожелать, чтобы все, Всі цілі, всі задумки, всі плани, які були задумані, реалізовані, і помніть одну головну не побіда, головне – участь. Дякую вам за відповіді. приєднуємося до привітань. Спасибо. А я нагадаю, сьогодні нас у гостях був Олексій Гацуля, директор Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності.